трасса, значит, благодаря усилиям наших, так сказать, спортсменов и нас в том числе, да, как спортивно-технического клуба «Вираж», мы написали во все инстанции, куда только можно, и подписали и в прокуратуру, и в следственный комитет. Приходили, разговаривали с начальником школы, значит, ДОСАФ, ну, предварительно так, чтобы насчет трассы. Они подали в свою очередь в суд, и дело мы, то есть они выиграли дело, трасса остается, как она и должна была быть, за технической школой ДОСА. Угу. То есть изначально она была им передана на 49 лет в аренду безвозмездную для, значит, проведения соревнований, ну и, соответственно, для там, тренировок. Трасса остается. Ну, то есть на этой трассе будет проводиться как и автокросс, так и мотокросс? Я думаю, да, но я, извините, к мотокроссу, к сожалению, никакого отношения не имею. Никогда не ездил на мотоцикле, я имею в виду по спортивной трассе. Поэтому вот, я думаю, что будет проводиться, конечно. До завтра, наверное, будет что-то проводить. Дальнейшее развитие трассы, все это зависит от того, как опять вот, мы решим по этой трассе с директором школы. Это же его, как говорится, вотчина теперь, его собственность. Поэтому что он нам разрешит делать, то мы будем делать. Если не разрешит ничего, значит ничего не будем делать. Ну, я думаю, что мы решим этот вопрос. Тут все уже гораздо проще. Самое главное, что землю никто не заберет, и коттеджи здесь никто не настроит. Будут здесь ездить дети, как вы сейчас видите. Все нормально. Д2 классика. Дело в том, что дважды пытались мы пригласить Д2 классику. У нас был, значит, второй этап города Твери, Д2 классика. И у нас самое большое количество классика – это в ТГТУ. Значит, ну, начальник у них Виктор Анатольевич Баринов. Он им сказал, если вы уедете на соревнования, значит, на второй этап, значит, сюда можете не приезжать в боксы. Ну, это было сказано спортсменами, то есть я с их слов это говорю. Лично я, конечно, с ним не разговаривал на эту тему. Но он не дал своих спортсменов, тем не менее, на соревнования. Поэтому мне, как организатору соревнований, это неинтересно теперь классика. Не хотите, не надо. Дело в том, что на те соревнования и на эти бы также выделились. Город выделял кубки, дипломы, медали. Я нашел призовой фонд. Но они не приехали. Ну, не приехали. Бог на суде.